Туристы вообще оборзели, по одному ходят. Посетительница. Да все у вас есть, я вот не понимаю, чем вы недовольны? Буэнос диас, красавица. Для первого посетителя, да еще такой принцессы, завтрак бесплатный. Приятно. А где у вас можно умыться? Прямо и направо. Окей. Бабочка, я тебя люблю. Луис, камарада, сделай мне, пожалуйста, два кофе. Конечно, больших и вкусных. Фуэго. Филомена будет счастлива. А при чем здесь Филомена? Ну, не знаю, она вчера забежала в слезах. Выпила весь писку. Ага. И кричала, что ненавидит сеньора Фуэго. Ты говоришь, выпила весь писку? Так еще целую ночь танцевала. Ну тогда добавь туда к заказу лапиахеру. Я думаю, она будет не лишняя. Прав! Филомена очень хорошая. Не обижайте ее, сеньор Фуэго. Нет, но если не заставит танцевать меня румбу, обещаю, останется жива. Я жду. Да-да, я быстро. А вообще, сеньор Фуэго, на вашем месте я бы приударил за этой красоткой. Вы будете очень красивой парой. Это моя любимица Каталине. Спасибо, Луис. Ката тоже тебя обожает. Спасибо. Привет, Филомене. Угу. Удачи. Спасибо большое. Это очень вкусно. Спасибо. Пожалуйста. Красотка. Это моя дочка. Очень стеснительная. А почему вы одна? Где группа? Какая группа? Туристов, конечно. Все мечтают встретить тут хорошего парня Робинзона и Чумазова пятницу. Но это блеф, который острову приносит деньги. Нет, я люблю путешествовать одна. Правда, постройки у вас здесь все такие одинаковые и очень скромные. Вы уж простите. А за что просить прощения? К нам переезжают со всего мира люди. Правда? Кто, интересно, захочет жить в такой глухомане? Напрасно вы так. Одна известная танцовщица Филомена, красавица невероятная, так она убежала сюда. Теперь наших детишек учат танцевать. Мою дочку, кстати, бесплатно. Говорит, невероятный талант. Не густо. Не густо, говорите? Одна семейная пара из Бразилии переехала. С дочкой? А откуда вы знаете? Не знаю. А сколько ей? Большая девочка? 3 года уже. Как 3? Ну, может, чуть больше. По всему миру лечились. Столько денег угробили. А сюда переехали, и вот оно счастье. Сеньора Родригес сразу забеременела. Вам бы богатых людей сюда побольше. Вообще был бы рай. Это да. Есть у нас один очень богатый человек. На другой стороне острова живет. Правда? Кто он? Граф Монте-Кристо. Шучу. Дон Фуэго. Просто живет он затворником. Только дочка у него. Умница. Весь поселок ее любит. Хорошо было бы, чтобы Фуэго и Филомена поженились, и Каталина ее любит. Каталина – это кто? Так я же сказал, дочка этого сеньора. Каталина. Дочка. Каталина. 7 лет книжки наизусть цитирую. Здорово. Не девочка, а гений.
Филомена. Кто там? Фуэго. Вы оставили дверь открытой. Здрасте. Если вы собрались принять ванную, я попрошу вас сделать это позднее. Я на минутку. Ага. И главное, кофе от Луиса остынет. Буэнос диас. Ла пиахера? Луис сказал, сплетник. Не дурно. Лекарство. Ла пиахера? Цель вашего визита? Нет. Скорее, следствие. А вы неплохо выглядите после того, как опустошили бар Луиса. Каталина хочет, чтобы вы опять занимались с ней. А вы? Чего хотите вы? А я хочу вернуться к Луису и заказать парочку эпанадос с сыром. Зачем к Луису? А я готовлю чудный эпанадос. Нет, спасибо. Рисковать не буду. Боитесь, что я могу подсыпать туда яду? Боюсь, что вы опять начнете танцевать. Знаете, я начинаю привыкать к вашим комплиментам. Ладно, давайте по бутерброду и к Каталине. Подбросьте меня на своей яхте или мой дел паром. Лаконично. Паром, да. Ма, после завтрака можно я пойду погуляю? Конечно. А что меня не разбудили? Доброе утро. Доброе утро, Герман. Юрочка, пойди к себе в комнату, почитай, пожалуйста. Дед, давай лучше с тобой потом почитаем книжку. Обязательно. Спасибо. Ну-ка, ну-ка давай. Ну-ка, давай. Ну-ка, Юрок, Юрок, жми на курок. Давай, иди отсюда. Слушайте, я начинаю к этим посиделкам привыкать. Нехилые сырники. Приготовила. Ты не мог бы пересесть, пожалуйста? Я тебе уже говорила, это...
Вместо Юры. А что такое? Я рожа не вышел. Ну, это славненько. Ну, кстати, ты сегодня уезжаешь? Вчера Герман Львович, адвокат, все оформил официально, картины твои, так что... Да нет, я решил сделать вам приятный подарок. Решил погостить у вас немножко, а то что-то как-то мы не успели насладиться обществом друг друга, да? Да. Согласна, мамуль? Я очень рад. И я пока пойду поработаю. Ну, а чё ты все время молчишь, крыса? Тебе язык, что ли, ампутировали? Да, брателло, свели тебя в могилу. Почему ты мне сразу не позвонила? Потому что это ничего бы не поменяло. Почему не сказала о диагнозе? Это мама Глеба. Не знала. Правда не знала. Надо Аглае позвонить. Аглая, она в Батуми. Как в Батуми? Ну вот так, там такая Санта-Барбара случилась. У нее родная сестра нашлась, известная супермодель. Какая модель? Алла Субботина. Добрый день. Добрый. Я мать Стержакова. Присаживайтесь. Да. Мы это все обсудим. Может, вам кофе или чай? Да, кофе, пожалуйста. Добрый день. Хорошо. Лев Александрович, угу. Я так понимаю, вы мама покорителя сердец моих медсестер? Если бы вы видели глаза моей помощницы, которая прибежала с сообщением, что ко мне записан Стержаков, и обиделась, что я не знал, кто это. Телевизор не смотрю уже года два. Меня зовут Нелла Дмитриевна. Мы с вами коллеги, я служу в акушерстве гинекологии. У меня к вам будет очень большая просьба. Без вступительной части. Я готова. Ну, если готова... Вот результаты скрининга крови. Ошибки быть не может? Вчера из Израиля пришли результаты верификации диагноза. Да и наша лаборатория прекрасно считает отдельные клетки маски. Анализирует внешний вид клеток и соотношения. Это биохимия, а это подробное исследование лимфоузлов костного мозга. МРТ позволило визуализировать опухолевые изменения в лимфоузлах и других органах. Картина была ясна еще месяц назад, но Глеб отказался сразу начать лечение. Наверное, он ждал подтверждения диагноза. Теперь я понимаю смысл его вчерашнего звонка. И что теперь? Мы начали первый курс лечения препаратами, которые останавливают обновление всех клеток в организме. Долго? В среднем полгода. Нелла Дмитриевна, но конкретно в вашем случае сразу говорю, нужна пересадка костного мозга. Сколько вам лет? А вам? Я не об этом. Я о донорстве ближайших родственников, которым не больше 50. Сколько бы мне ни было лет, это не важно. Глеб не мой сын. Нет, ну, он мой. Но биологические родители другие. Сын чудом выжил в результате искусственных родов. Может быть, вы знаете, где его мать, отец? Мать, я знаю. Вы, я думаю, тоже.
Не смотри на меня. Ты прекрасна. На падшую женщину смотреть запрещено. Не защищайся. Позволь себе быть собой. Беззащитной. И хотя бы немного счастливой. Поверь, со мной это можно. Правда можно. Тогда для начала я хочу... Я хочу кофе. Хочешь, я сделаю с кардамоном? Откуда ты знаешь? Что? Ничего. Это значит да. Алла. Черт. Мне срочно нужно в аэропорт. А что случилось? У моего сына лейкоз. Вызови мне такси. Вызови мне такси, черт возьми! Не ори, я смотрю ближайшие рейсы. Отлично. Через полтора часа. Такси. Солнечная 10. В аэропорт. Да, в ближайшее время. Аглая. Сколько ему лет? 27. Господи, что я здесь делаю? Зачем я выключила звук? Стержакова. Перезвони. Это Стержакова Ксения. Подчеркиваю, Стержакова, а не Денисова. Привет. Да, привет. У Глеба лейкоз. Я знаю. Билетов нет. Если получится, встретишь меня? Конечно. Терминал 2. Вот, все нормально. Бронь сняли. Вылет через 45 минут. Спасибо. Регистрация заканчивается, тебе нужно торопиться. Послушай. Я понимаю, что с тобой сейчас. Но я не могу не сказать. Я не знаю, что это... Но я очень не хочу, чтобы ты просто взяла и исчезла навсегда. Я буду ждать тебя. Держи. Алла, проводи, пожалуйста. И скажи, чтобы вещи мои у тебя оставила.
наш. Маш! Душа. Кричать не нужно. Бесполезно. Это первый этаж моего кабинета. Подземный. Где моя дочь? Что? Где моя дочь? Выпить хочешь? Завтра я еще. Я хочу немедленно увидеть свою дочь. У нее урок. Медленно отведи меня к ней. Звучит как требование. Представь себе. Или я должна упасть тебе в ноги и умолять? Я упаду. Я еще не решил. Здесь нечего решать. Ты должен вернуть мне дочь, которую подло украл. Мою дочь. Нет, девочка.
подло поступила ты, когда не сказала, что ждешь ребенка. Я тогда не знала. А потом? Значит так, сейчас возьму яхту. Сейчас я возьму яхту. Скажу Кате, что нам нужно в деревню. Что по дороге нам нужно забросить заблудившуюся туристку. Ты сможешь посмотреть на дочь и даже пообщаться с ней. Потом ты навсегда исчезнешь. Ясно тебе? И будешь жить дальше своей счастливой жизнью. Маргарита щурилась на ярком солнце, вспоминала свой сегодняшний сон. Вспоминала, как ровно год, день-день, час-час, она сидела на той же самой скамье рядом с ним. И точно так же, как и тогда, черная сумочка лежала рядом с ней на скамейке. Его не было рядом в этот день. Но разговаривала Маргарита Николаевна мысленно все же с ним. Если ты сослан, почему не даешь знать о себе? Ведь дают же люди знать. Ты разлюбил меня? Нет, я почему-то этому не верю. Значит, ты был сослан и умер. Тогда прошу, отпусти меня. Слышишь? Пожалуйста, прошу тебя, отпусти меня. Дай мне, наконец, свободу жить, дышать воздухом. Почему мастер Маргарита? Почему мастер Маргарита? Ты говорил, что это твоя любимая книга. Маргарита Николаевна сама отвечала себе за него. Ты свободна, разве я держу тебя? И сама же возражала. Нет, нет, что же это за ответ? Ты уйди из моей памяти, и тогда я стану свободна. Ты слышишь? Уйди из моей памяти. Уйди из моей памяти. Пожалуйста. Умоляю. Тогда зачем? Есть такая эмоция. Улыбка разочарования. Па?
Филомена помогла мне выучить слова маленького принца и лиса на французском. На французском. Па, ты слышишь, что я сказала? Вони пуви де сенеке буки де шос спонтани ке вуз али апревуази. Но я же жива. Жива. Из ашет де марчандиз мы пали за ми. Узнать можно лишь только те вещи, которые возможно приручить, сказал лис. Но у людей не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают книги, уже готовые в магазинах. Но нет таких магазинов, где торгуют друзьями. Поэтому люди больше не имеют друзей. Если ты хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня. И самое главное, Ката? Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Это значит, ты навсегда в ответе за всех, кого приручил. Я у тебя молодец. Ты была бы большая молодец, если бы научилась стучать, прежде чем куда-то войти. Но ты же не кто-то. Филомена, пойдем ко мне. Ката, иди, я сейчас подойду. Иди. Послушайте, сеньор Фуэго. Нет, это вы послушайте. Идите к своей ученице. И вместо того, чтобы манипулировать детской психикой, зазубривая отрывки с подтекстом, учите ее манерам, если они у вас есть, конечно. Если вы думаете, что сейчас после этих оскорблений я просто захлопну дверь и уйду, вы глубоко заблуждаетесь. Только из-за любви к Каталине, вашей дочери, которую вы превратили в рабу вашей же неадекватности. Идите. Он в больнице. Ксюша поехала к Вичке, а Нелла с ним. Врач ждет. В нашей ситуации выход только один. Пересадка костного мозга. Я уже говорил Нелле Дмитриевне. Срочно требуется донор. Я готова. Маловероятно, что вы подойдете. Я мать. Но я сразу предупреждаю. Вероятность совместимости 15%. Сифилис, ВИЧ, бруцеллез, туберкулез, вирусный гепатит, сыпной тиф. Это про вас? Гепатит Б, но это было в детстве. Нет, дорогуша. Нужно срочно искать донора, не родственника. Еще мог бы быть вариант братьев и сестер при условии, если им исполнилось 5 лет. Но, как я понимаю, таковые и старше отсутствуют. Нужен донор не родственник, а это время. Клиника еще вчера подала запрос, но пока подходящего костного мозга нет. Поиск может длиться бесконечно, а подготовку к химиотерапии нужно начинать в ближайшее время. Мы же его не потеряем. Нелла. Можем. У меня есть одна надежда. Я тебе после перезвоню.
Сейчас я его позову. Жанна, пожалуйста, я могу поговорить и с вами. Я вас очень прошу. Помогите остаться в живых вашему внуку. Мой внук жив и здоров. Он на втором этаже, ему его дед читает сказку. У вас есть еще один внук, он мой сын. Я сама узнала об этом 7 лет назад. Ему 27 лет, его зовут Глеб, и у него лейкоз. Ему нужна срочная пересадка костного мозга. Мой, к сожалению, не подходит. Ваша Викентия Петровича тоже, потому что есть граница 55 лет. Вот как мне остановить поток этого бреда? Это не бред. Я вам сейчас покажу, пожалуйста. Просто он очень похож на Юру. Вот, смотрите. Даже если это все правда, и мы с Викентием слишком стары, что ты хочешь? У Юры есть ребенок, он может быть донором. Ему уже больше 5 лет, да? Ты убил моего сына. Теперь ты хочешь убить и моего внука? Да, я знаю, я тварь. Мразь. И убил вашего сына. Я вас очень прошу. Если мой мальчик умрет, я тоже умру. Пожалуйста. Умирай. Но сначала... Уходи. Так страшно. Абсолютная безысходность, пустота и одиночество. Я тебя очень люблю. Я прошу тебя, не нужно. В физике есть такое понятие, как накопленная ошибка. Это когда в течение какого-то процесса появляются небольшие отклонения, которые ничем не мешают ему быть, течь дальше. Но когда их несколько, они меняют результат. Проще говоря, ни на что не влияющие процессы превращаются в одну ошибку. Фатально. Не любовь. Это не опровержение любви. Это такое же чувство, как все остальные. Не любовь, она сильнее любви. Она не поддается естественным процессам или влиянию извне. Приближение не любви невозможно почувствовать. Любовь можно питать, она выветривается, как парфюм. А не любовь остается сама собой.
Если чувство уже захватило, то это навсегда. Мне просто не повезло. Нам. Это все Денисов. Все. Ты для меня теперь только дед моей внучки. Отца которой я обязана спасти. Привет. У меня простуда. Мне запретили к тебе ходить. Тогда быстро домой лечиться. Хорошо. Но только после того, как ты мне ответишь. А ты уже придумал, что подаришь мне на золотую свадьбу? М? Конечно. Как всегда, дождь. Только золотой. Золотой. Иди. Я тебя целую. Почему здесь? У меня ощущение, что нас постоянно подслушивают. Он подслушивает. Жанночка, будешь настаивать на том, чтобы я выдворил из дома Германа? Прости, я не буду этого делать. Ты волен поступать как угодно. Я не об этом хотела с тобой поговорить. Когда ты читал в кабинете с Юрой книжку, приходила она, Аглая. Сначала я подумала, что она пришла к тебе. Не знала, что мы здесь. Но потом оказалось... У нас есть внук. Сын Аглаи жив. Да. Вот именно так она на меня и смотрела. Когда показывала фотографию своего сына, утверждая, что он похож на Юру. Только он совсем на Юру не похож. Он похож на своего деда. Моего отца. Даже улыбкой. Она знала. Теперь я это понимаю. Я твоей матери. Не знаю откуда, но она знала. Поэтому твоя мать решила отдать квартиру Аглае, чтобы искупить вину.
тебя есть ее телефон? Нет. Как теперь с ней связаться? Я помню его наизусть. Пожалуйста, прошу тебя, отпусти меня. Дай мне, наконец, свободу жить, дышать воздухом. И тогда я стану свободна. Ты слышишь? Уйди из моей памяти. Пожалуйста. Если мои догадки окажутся бредом, я обещаю, тема Катюши будет закрыта раз и навсегда. Хорошо, тогда мы летим вместе. Прости меня. Прости. Он тебе нужен.